я и не знал, что у вас есть сестра, мистер Фрай. Иви Фрай, сэр. Рада встрече. Я бы ответил вам взаимностью, мисс Фрай. Но, боюсь, сегодня меня ничто не порадует. Что случилось, сэр? Я привык, что мои идеи оспаривают. Накал страстей в оживленном споре. Ради этого стоит жить. Но последнее время посягательства на мою честь приняли мрачный оборот. Теперь мне стали угрожать физической расправой. Мне, а также моим коллегам. Я не хочу, чтобы моя работа принесла кому-то вред. Вы помогли сиропам старика. Я в долгу. Мы помогли друг другу, сэр. Мы с братом позаботимся о том, чтобы вас больше не беспокоили. Что вам известно о костях? Я знаю, какое давление надо, чтобы их сломать. Возможно, будет лучше, если я просто опишу ситуацию. Я недавно получил телеграмму от коллеги, доктора Шварца. Он сообщил, что направляется в Лондон с одной очень ценной окаменелостью. Он прибудет на Чаринг-Кросс с минуты на минуту. Вы обеспечите его безопасность? Мистер Дарвин, я доставлю вам доктора и его камень. Прекрасно! Но будьте осторожны! Это понимать. Я доставлю вас вместе с ценным грузом к мистеру Дарвину. Ведите себя естественно. Так, как пожелает отец, то есть мой братец Франк, с которым мы, само собой, росли вместе. О, превосходно! Очень рад слышать. Постараюсь не напоминать ему, как неосмотрительно он поступил, не предупредив меня об этой деликатной ситуации. Как иголку в стогу сена искать? Как иголку в стогу сена искать? Знать бы, как он выглядит вообще. Чем меньше работы для ордена, тем лучше. Доктор Шварц остался на родине. Теперь Дарвину конец. Прощай, ассасин. Был рад познакомиться. Теории Дарвина подарки. Стой! И может... Теперь отнесем это Дарвину. Ugh!
Наконец, мое бедное сердце. Он у вас? Прекрасно! Но где доктор Шварц? Боюсь, уже на том свете. Он не покидал Германию. Но хоть окаменелость удалось вернуть. Господи, какие-то люди недавно хотели купить все мои исследования с условием, что я буду работать только на них. Само собой, я отказался. Научные знания нельзя купить, они принадлежат всем. Пусть делают, что хотят.